С учетом условно принимая внимание сведения личности, обвиняемого руководством гуманизма, суд считает, что когда следует доказать, при этом суд считает необходимым избрать отношения Черного мира в течение домашнего ареста в целях предотвращения возможности общения с другими участниками было особое производство по данному делу. Принимать такое решение суд помогает и должен степень учитывать все представленные сведения личности обвинения, в том числе возраст, семейное положение, состояние здоровья. Согласно копии паспорта, имеется возможность проживать в его помещении, которое сразу сходилось. Поселок на высокую сельскую улицу может находиться под домашним арестом. На основании изложенного по статье 107, 109 и 110 УПК России постановил для следственной части ГСУ ГУВД России по Саратовской области полиции о правильном сроке содержания по статье обвиняемого Черного Ивана не отказали. По истечении срока содержания по статье, то есть 27 апреля 2016 года, меры пресечения Черного Галина Ивана 17 декабря 1971 года, рождение изменить содержание построили номер Саратова всего 120 на домашний арест, сохранение по адресу Саратовского на 3 месяца, отсюда 25 месяцев, то есть до 26